Единый день информирования прошел вчера на Личине. Одна из информационно-пропагандистских групп, которую возглавил председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник, встретилась с работниками сельхозпредприятия «Песковцы». Основные темы, которые были вынесены на обсуждение, это социально-экономическое развитие Лидского района, состояние и перспективы развития транспортного комплекса и профилактика насилия в отношении несовершеннолетних. Обсуждался на встрече и вопрос работы системы здравоохранения Личины. Много внимания было уделено и положению дел в сельхозпредприятии «Песковцы». В преддверии весенне-полевых работ Сергей Ложечник сделал акцент на серьезный подход к проведению посевной кампании в этом году. Глава региона подчеркнул, что зарплата аграриев, животноводов должна быть в прямой зависимости от старательности работников. Я вас попрошу сегодня, поверьте, я думаю, вы уже чувствуете, какое внимание уделяю непосредственно селу в Лидском регионе, непосредственно я. Поэтому я вас попрошу, уважаемый товарищ председатель, в этом году, 10 марта, мы должны быть с вами уже сеялками в полях. Особенно на территории Песковцы, Белица, Подровцы. Людей достаточно, которые, я знаю точно, любой здесь вот поднимется и скажет, я готов трудиться, заплатите гроши. Поэтому, не дай бог, я остановлюсь у какого-нибудь механизатора на поле, спрошу, за что ты работаешь, и он мне не ответит. Поэтому с каждым механизатором должен знать расценки. Расценки, с которыми он вышел в поле. Заправленные, отремонтированные, одетые красиво. Оптимальные сроки. Никаких растяжений там этой работы. И тогда никакая засуха нам с вами не помешает. Разговор руководителя района с коллективом работников хозяйства «Песковцы» был откровенным и аргументированным. Глубокое знание главы района Сергеем Ложечником всех вопросов и процессов, происходящих в сельском хозяйстве, вызвало понимание и одобрение присутствующих и способствовало конструктивному разговору. Поэтому я вам желаю, чтобы удельный вес каравая Лидского региона сельского хозяйства был повесомее, друзья мои. И вы сами вот это увидите вот, в течение даже этого года. Сами это увидите. Мы с вашим председателем в октябре месяце сели и договорились в этой конторе, что по концу года должен доить 15 литров. Он выполнил свое слово вместе с вами, с вашим коллегой. Не знаю, что он тут с вами делал и так дальше. То есть по концу этого года хозяйство должно выйти на 19 литров, товарищ председатель. Тогда зарплата у людей уже будет средняя 900. И завтрашний день будет, по крайней мере. Поэтому вот при всех вот здесь вот сейчас при коллективе, давайте вот я хочу услышать от вас слово, что по концу года 19 литров у нас по хозяйству есть. Я уже не беру сохранность и так дальше там подобное. Договорились? Здесь это будет очень трудно сделать, но это реально. Это реально, правильно.